даже сегодня мы признаем, что календарь ацтеков был намного точнее, чем наш современный. Индейцы обладали огромными знаниями в области астрономии и метеорологии. У них были целые библиотеки и даже залы, где книги зачитывались вслух. Часть этих книг была уничтожена самими индейцами, большая часть – испанцами. Но прибывшие в Америку несколько монахов, которые были отправлены туда на службу для крещения индейцев и обращения их в христианскую веру, вынуждены были учить язык индейцев, так как по правилам они обязаны были понимать язык своей паствы. Поэтому они старались переводить сохранившиеся тексты книг. Была ли у них возможность действительно дословно перевести хотя бы часть текстов? Давайте представим ученика второго класса, который только начинает учить иностранный язык, и предложим ему к переводу технические тексты, предоставив в помощь только разговорник. Думаю, старательный ученик будет пытаться подобрать по смыслу интуитивно слова, но, не обладая достаточным багажом технической информации, вряд ли он сможет передать смысл первоначального текста. Примерно та же ситуация ждала и монахов-переводчиков. Набожные люди, не обладающие достаточными астрономическими знаниями, пытались перевести тексты с языка, с которым они только познакомились. Думаю, результат понятен. Но мы все-таки попытаемся найти крупицы информации в полученных переводах. Сейчас, читая краткий пересказ перевода эпоса Кицалькаатли, я попрошу вас представить, что речь идет о небесных телах. Итак, Кецалькоатль со своим братом Тескатлипокой создают мир, разорвав на части чудовище Тлальтекутли. Брат Кецалькоатля становится солнцем в новорожденном мире. Через какое-то время Кецалькоатль перерождается, сшибает своего брата и становится вторым солнцем. В этот момент исчезают гиганты. А теперь давайте попробуем разобраться, могло ли такое произойти в действительности. Могло ли у планеты изначально быть другое Солнце? Борис Евгеньевич Штерн, советский и российский астрофизик, доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Института ядерных исследований Российской академии наук и астрокосмического центра ФИАН, считает, что красный карлик может перехватывать планеты-сироты и даже в состоянии отобрать планету у другой звезды. Если на планете много воды и плотная атмосфера, жизнь при этом имеет возможность сохраниться. Конечно, вряд ли сохранится многоклеточная жизнь, так как во время перехода от одного Солнца к другому температурный режим для многоклеточной жизни будет катастрофическим, но бактерии выжить смогут. Планета попадает на орбиту в зоне жизни, но попадает при этом в приливный захват. Это значит, что теперь она будет вращаться повернута только одной стороной к красному карлику. При этом плотная атмосфера и большие запасы воды позволят сохраниться необходимой циркуляции воздушных потоков, которые будут распределять тепло между полушариями. Это также будет способствовать выживанию планеты и возобновлению или повторному возрождению жизни. В одной из своих работ астробиологи доказывали, что при одинаковом наборе нуклеидов РНК эволюционный процесс каждый раз будет завершаться практически одинаково. Будет получаться гуманоидное существо с двумя руками, двумя ногами и головой. Для зарождения жизни достаточно воды, источника энергии и источника углерода. Теперь давайте представим, что терпящая бедствие цивилизация оставляет после себя строение. Цивилизация исчезает полностью, но строения остаются и дожидаются своего часа. Часа, когда новое сформировавшееся существо, способное мыслить логически и делать выводы из увиденной информации, находит их. Способно ли это существо понять, каким образом были построены эти сооружения, если они не соответствуют ни его техническим возможностям, ни его конструктивной логике? Вряд ли. Но странные рисунки, оставленные на глубине 32 метров в Египте, изрезанные вершины скал в Перу – это лишь небольшая часть молчаливых свидетелей гибели предыдущей цивилизации. Вся представленная здесь версия имеет одно незавершенное звено. В
в какой стадии своего развития должно было находиться наше Солнце, чтобы оно имело возможность перехватить планету, например, у красного карлика, и не сжечь, то есть не поглотить ее при этом. А что вы думаете по этому поводу? Оставляйте свои комментарии под видео и помните, какой бы логичной вам ни казалась ваша версия, это всего лишь версия.